Вот ребята приехали с Венгрии. Валентин, вот, который в белых футболках в прошлом кубке Георгия Победоносца занял первое место в венгерском маршруте. А мы Америка, но... Должны были уже стартануть парад, но так как пошел дождь, пока отложили. Пройдет дождь, будет парад открытия и первая группа. Штаны надо шароварами. Да, шароварочки. А так вы все грек, да? Ну, грек, скиф. Ваш, надо шаровары. Понятно. А нам все доверили. Нет, у меня не есть штаны, есть. Я штаны взял, у меня есть. Здравствуйте.
Борис. Что, Борислав? Ждем. Погода, да, тут? Погода, короче, дождливая, но обещали, что будет жарко. На соревновании жарко? Да. Ну, судя по участникам, да. Соберись, Боря. Что такое это? Я вырежу это с кадра. Учил калмыцкий танец, глядя на него со стороны 5 минут, и все, и он уже мастер танца. Маты. Хунгр. 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 Маты. 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 Венгр. Молодые ребята, я так понял, юниоры. Или молодежка. У них свой стиль венгерского. Стреляют они тремя пальцами. Очень интересно зарядил он там зарядку, там буду снимать.
Арслан, Лев переводится, кажется. Как у нас? Видел, да? Чемпион. Видел. Видели? Вот смотрите. Он не зря делает эту кепочку. Чемпион. Заранее, заранее. Хочет подарить его кому-то. Кепку. Погода тоже отличная. Сами сделали. Я из Монголии заказал. Ребята прислали 6 полчетов там. Вот такой вот тоже. У меня костюм просто настолько большой. Я не хочу, чтобы он под наклоном был. Некрасиво. Суета какая-то, суета. Аркаш, скажи пару слов. Наши переживаются. Не переживайте, все будет нормально. Game go. Харлингут Уралан. Нужна ритмичная музыка. Какая-то ритмичная музыка, известная ритмичная музыка. Как дорого, мама? Система именно укладки стрел в руке, не просто так на бардаке. Тут он свой русский венгр. Сейчас пойдем сравнивать кучу. Как Матэ пойдет? Разминка, ждем, как душ закончится. А потом уже, как душ закончится, уже в темпе вальса пойдем все уже на открытие. И первая группа начнет. Напоминаю, Аркаша, ты в первой группе, да? Да. Аркаша в первой группе. Я и Боря Болеев в третьей группе. И вернее вот четвертый, то ли пятый. Тут видно напряжение, ребята все настраиваются. Я забываю про стрелу.
Когда нагреваю, в разные стороны летит. Она же мягкая. Сейчас, если мне... На старт! Внимание! One, two, three! Одна стрела. Все, да? Мастер-класс от индийских мастеров. It's one straight. А да, линия ты не нарушаешь. То есть все нарушилось. Высоко сделай одну линию. О, окей. Чуть дальше. А вот смотри, грудь задевает. Ну что, надо наклониться? One line. Венгерский конный лучник. Мате. На этих международных соревнованиях познакомились мы с иностранцами, казахами, венграми. И вот венгры предложили нам приехать к ним, то есть хотят сделать нам приглашение, выслать на нашу федерацию, приехать к ним на соревнования, Курултай называют. То есть там и конная стрельба, там все в Венгрию. То есть наше участие, наша поездка сюда очень полезна и плодотворна. Независимо от того, какие здесь мы займем места. Потому что также и с казахами, с братьями мы познакомились. И также в планах приехать к ним, когда все связано с пандемией, все нормализуется. Также будем планировать проводить соревнования у себя в Калмыкии. Тоже будем приглашать и казахов, монголов, венгров, то есть всех иностранцев. Хорошая техника. С Венгрии два конных лучника, Валентин и Матэ. Валентин Лакотас и Матэ. Парни молодые, но довольно-таки опытные.
вот и второй спортсмен, Валентин. Вот фото. Нам лишь та блара, а мы дикотизены. Техника у них в левой руке вместе с луком они держат пучок стрел и стреляют. Но по правилам это разрешено только в венгерском маршруте. Упала стойка. Стрелы целые. Windows. Bei mir Wind. Wind. Спасибо. Валентин. Все доведено до автоматизма. Попробуй. Так-то? Так-то, да. Не, у меня три получается. Ну, сейчас он тебя подправит, моты. Ну, не, для меня неудобно, не для этого. Мне тоже неудобно. Он легается у меня очень сильно. Вот этот лук. Он отдачи дает, у меня по пальцам прям чуть ли не зубы вылетают. Это для тяжелых, это мини-луков. Минимально. Интересно, посмотрите сейчас в венгерском маршруте, да? Да. Что они наставляют? Мне кажется, ну, все выстрелы. Да? Секундомер бы сейчас посмотреть. Ой-ой-ой, давай. Да нет, что сейчас мы на колено смотрим. Все равно интересно. Ну, на коне-то сейчас это точный результат будет, походу, что конь неизвестен. Своя из них только один выступает, да? Из них только из венгров только один выступает. Оба. Он его тоже выступает? Да, он в пятой группе. Вчера оба ездили. А я что-то вот это... Валентин, не видел. Оба. А я... Они оба просто незаметно. Еще один, второй. Венгры приехали. Два парня и две девушки.